березовым соком. И вот покажу вам, где я собираю грибы. Вы меня спрашиваете, далеко от леса, живу близко. Вот там мой дом. И вот это первый лес. Там грибочки. Сейчас за березовым соком. Первый пойду кулер пустой поставлю. Чему, кстати, его нужно заготавливать? Особенно большому числу моих клиентов. Потому что и калий, и магний там, и витамин В6, и В12. То есть то, что теряется у вас при депрессии, он хорошо идет. При алкогольной интоксикации, кстати. Ну и вообще, в принципе, там все микроэлементы, которые есть вот в земле, в данной земле, где вы живете на данный момент. Понимаете? Все, что нужно, вырасти листочку, да, а потом цветочку березовому. Представляете? Она сама береза, которая древнее вас, насколько, знает, что добыть, как добыть, да? Органические кислоты там есть. Щавелевые, уксусные, муравьиновые. Которые ваш организм тоже поймет, что ему не хватает. И тоже соберет. И желудка. Даже у кого сахарный диабет, один к двум разводится и пьют вполне нормально, потому что сахара есть в березовом соке. За счет этого и происходит брожение березового сока. Кстати, квасы хорошо получаются. Вот квасы мы тоже будем делать. Квасы на окрошку. Обалденно. Ну и литров, наверное, 20. Я думаю, может быть, 40. Нет, может быть, нет, лучше 80. Я в этом году соберу себе. Хочу сделать из него самогон и попробовать что-то настоять. Какое-то лекарственное вещество на самогоне из березового сока. Вот так, сколько хорошо в лесу.